Начинаем выпуск с трагедии в Нур-Султане. Стабильно тяжелое с улучшением. Так столичные врачи прокомментировали состояние 5-летнего мальчика, в которого выстрелил отец. По словам медиков, ребенка успешно прооперировали и перевели в профильное отделение. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь. Маленький пациент поступил с огнестрельным ранением в область живота. На данный момент состояние ребенка в средней степени тяжести. После стабилизации состояния больной утром до обеда был переведен, ребенок переведен в отделение общей хирургии. Сейчас на данный момент находится в отделении общей хирургии рядом со своей матерью. На данный момент состояние ребенка средней степени тяжести. Опасности для жизни на данный момент нет. Сам инцидент произошел накануне поздно вечером. 59-летний мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, сначала застрелил свою 55-летнюю сожительницу, а после едва не убил маленького сына от первого брака. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Прибывшими полицейскими по месту происшествия установлено, что в состоянии алкогольного опьянения на фоне семейного конфликта мужчина выстрелил в женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. А 5-летний ребенок с ранениями был доставлен в больницу. По данному факту проводится досудебное расследование.